Три автомобиля столкнулись на трассе М5 в Челябинской области. Момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора. На съемке видно, как один из автомобилей выезжает на встречку, не успевает вернуться на свою полосу и сталкивается с машиной. После чего оба транспортных средства влетают в иномарку. По данным ГИБДД, в районе Юрюзани столкнулись Kia, Renault и Lexus. В результате лобового столкновения пострадали два человека, водитель и пассажир автомобиля Kia. Женщину помогли извлечь из салона очевидцы, а вот водитель оказался заблокирован. Его пришлось вытаскивать работникам пожарной части. Пострадавших госпитализировали в больницу. Другие участники ДТП, в том числе пятеро детей, не пострадали. А в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса мотоцикл влетел в иномарку. По данным ГИБДД, Toyota RAV4, выполняя поворот налево, заблаговременно не заняла крайнее положение на проезжей части. В итоге в нее врезался мотоцикл Кавасаки. В аварии пострадала 11-летняя девочка. У нее диагностировали ушибленную гематому головы. От серьезных травм ее спас мотошлем. Мотоциклом управлял отец ребенка. В отношении него сотрудники госавтоинспекции вынесли постановление по статье «Нарушение требований к перевозке детей». В Сосновском районе на ходу вспыхнул автомобиль. За рулем этой легковушки была девушка. Ей попытались оказать помощь, но автомобиль спасти не удалось. Автоледи рассказала, сначала из торпеды повалил густой черный дым, а потом пропали тормоза. Она успела поставить авто на ручник и выбежала из салона. Остановился, тушил, помогал. Не получилось, все равно так и вспыхнула машина. Ждем пожарных, двери закрыл, чтобы лишний поток воздуха не попадал. Ну, один хрен. Сами видите, что творится. Ладно, хоть машина еще не на газу. Сейчас бы, наверное, взорвалась уже давным-давно. Все произошло в поселке Трубный. Проезжающие мимо автомобилисты пытались ей помочь, но не вышло. Вызвали МЧС. Пока пожарные ехали, автомобиль сгорел дотла. Возгорание ликвидировали. По одной из версий, причина – короткое замыкание под капотом.